микроволновка с механическим управлением для разогрева и разморозки продуктов. Сегодня познакомимся с микроволновой печью от производителя Scarlett. Модель SC-MW9020S09M. Вместе с микроволновкой в коробке лежат руководство по эксплуатации и гарантийный талон на 12 месяцев. Корпус устройства выполнен в классическом белом цвете. Дверца открывается с помощью кнопки под панелью управления. Сбоку на корпусе есть перфорация для вывода горячего воздуха. Сзади находится дополнительное вентиляционное отверстие, наклейка с технической информацией, шнур и ограничитель, чтобы не ставить прибор вплотную к стене. Объем камеры средний. 20 литров. Внутри есть подсветка. Диаметр поворотного стола в 24,5 сантиметра хватит, чтобы разместить на нем большую тарелку. Дисплея у печи нет. Управление механическое, интуитивно понятное. Состоит из двух поворотных переключателей. Верхний регулирует уровень мощности. Нижний служит для установки времени. Максимальное время работы – 30 минут. После установки мощности и времени печь включится автоматически. В конце работы прозвучит сигнал. Всего здесь 6 уровней мощности. Минимальный, разморозка, низкий, средний, высокий и максимальный. Мощность устройства 700 Вт. Внутренняя камера покрыта эмалью, которую следует очищать влажной тканью или губкой без абразивных моющих средств. Стеклянный поворотный стол и роликовую подставку можно мыть в посудомоечной машине. Подведем итог. Эта микроволновка от Scarlett подойдет тем, кто ищет печь без лишних функций для дома, офиса или дачи. Она отлично справится со своими главными задачами – разогревом еды и разморозкой продуктов. А с управлением справится даже ребенок.